Всем привет! Сегодня мой видеообзор будет посвящен рюкзаку. Это рюкзак от бренда Rossetti. Моделька называется G-Santa. Этот рюкзак достаточно стильный, вместительный, как по мне. Он имеет два основных больших отделения и несколько внутренних и внешних карманов, всего их 8. Сейчас я вам это все покажу. Начнем с основных отделений. Два основных отделения, они достаточно вместительные. В одном из них находятся три кармана. Один на молнии, два обычные карманы без молнии. Вместительное отделение. Второе основное отделение также вместительное, но не имеет уже никаких карманчиков. Вот. Также два отделения спереди по бокам. Они также вместительные и глубокие. Два отделения по боковым сторонам этого рюкзака и одно основное отделение сзади. Оно достаточно глубокое. Верх здесь искусственная кожа, но она достаточно качественная, напоминает настоящую натуральную кожу. Сделан рюкзак, как я уже сказала, очень качественно. Вместительный также он. Основной цвет рюкзака оригинальный, цвет лен. На самом деле этот цвет достаточно насыщенный, красивый, с карамельными вставками. Ремни у этого рюкзака регулируются. Вот видите, регулировка есть. Смотрится он очень стильно, подходит под любой стиль. Высота этого рюкзака 28,5 сантиметров, ширина 22,5 сантиметра и фурнитура здесь очень качественная, легко закрывается, открываются все отделения, и сам рюкзак, я бы сказала, достаточно качественный. Цена этого рюкзака $69, и качество здесь достаточно на высоком уровне. Более подробно луки этого рюкзака можно посмотреть у меня на страничке в Instagram. Ссылочка есть в описании на моей страничке на YouTube. А также смотрите мои другие видео и ожидайте моих новых видеообзоров. Подписывайтесь на мой канал. До встречи, пока!